Вы все так долго ждали этот видеоблог. Но... Дикалерпад, твой видеоблог. Нет, это неправда. Твой видеоблог. Дикалерпад. Блин, отсюда. Здравствуйте, сегодня я буду вашим новым ведущим. Сегодня я расскажу вам... Ты охуел? Так вот, стихотворение. Ремикс! Шел на фронт солдат и сгинул. Видно, хапнуть он не кинул. У вдовы растут два сына. Из разорванной вагины. Два Ивана, близнеца. Два еблана без конца. Силой статью молодцы. На во лбу торчат хуйцы. По отцу пошли ребята. Затоптали демократа. Рвутся братья в солдаты. Быть как папка, демократом. Не хотят пахать и сеять. Спину гнуть и диареить. Им бы в бой за всю Россию. Чтобы сбить ту диарею. Проводила деток мать. А сама съебнула спать. И деньжат сумела дать. Чтобы братья сняли блять. Что и муж оставил раньше. А в долбину пачку ганджа. Не забудьте поклониться. И хоть сами не сцепиться. Низко, до самой землицы. Отпускает, братанов. Братья тот обычай чтут. Развернутся и съебнут. Здравствуйте. Сегодня я вам научилась петь песню. Слушай. Мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу. Все. Как нынче себя девушки ведут? Помацает там с кем-то, а потом... А извини, так я теку. Сегодня делал кофе и немножко тупанул. Высыпал кофе в холодную воду. Это печально.